Друзья, всем привет! Сегодня Алисе 1,5 годика. Сегодня канал Алиса Киса. Маша будет Алисе вручать подарочек. Держи, Алисочка. Вау! А тебе открыть, Алиса? Мне нужны ножницы. Алиса, это конструктор Лего. Лего для самых маленьких. Лего Дупло. Смотри, Алис, какая красивая коробочка. Смотри, Алис, тут оранжевая рыбка. А, кстати, это рыбка Немо. Немо, да, это. Точно, вон, посмотрите. Там можно сердечко. Вот вертолетик сложить. Да. Еще можно вот такую уточку сложить. Или можно у него такой вот цветочек. Так, Алиса, как тебе такой тут сюрприз? 80 вот этих вот кубиков. Вот, 80. А тут можно сложить мандаринку, еще какую-то птичку и домик. Ну что, давайте приступать открывать. Да. Вот все, что тут можно сложить. Вот такие вот можно тут сложить. Вот такие фигурки. Ах ты, даже можно сложить вот эту вот птичку, вот. Да, это для приложения такая штучка. Можно установить приложение и устанавливать, делать игрушки, как в приложении нарисовано. Вот так мы надрезали. Да, тебе надо будет... Алиса, давай. Открыть. Что же внутри? Алиса, доставай, доставай, Алиса. Вот так. Давай, я помогу. Все, в коробке ничего нету, и пусто. И карточки. Так. Вначале надо открыть. Давай. Давай, Алиса. Давай, Алиса. Опа, молодец, Маша. Так вот они, карточки, тут нарисован тот самый вертолетик, а с этой стороны уточка. Давай. Вау! Алис, высыпай. И сердечко какое. Вот тут рыбка. Да, это Немо. Вертолетик. Вот какие фигурки, посмотрите, ребята. Да, и птички, и уточки, да. Так, ну а теперь попробуем что-то из этого всего собрать. Алиса, представляешь, сколько теперь тебе кубиков придется складывать вместе? Вот эти все, да? Что ты хочешь собрать первое? Алис, что ты хочешь собрать первое? Хочешь из этих выбрать? Ну, что ты будешь выбирать? Покажи мне пальчиком. Покажи. Алис, покажи. Алис, покажи мне пальчиком. Ва. Она говорит ва. Либо это, либо это, либо это. Что из этого всего похоже на ваф? Так, вот так мы собираем конструктор, да. Да пусть она так пособирает, не же весело как. Вот так вот, вот так вот. Еще можно было бы, если бы в нем покупаться, было бы здорово, да? Да. Давай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, снова падают все детальки. Ничего страшного, Алиса, сейчас все они придут обратно на место. И там, теперь у нас главная игра будет. Алиса их раскидывает, а мы ей подаем детали. Дай Алисе рамку. Алис, смотри, вот. Кубок. Кубок. Давай. Вот это вот надо присоединить. Алис, будешь присоединять? Вот, держи, Алис. Присоединяй. Алис, присоединяй, Алис. Вот, Алис, присоединяй.
Сейчас попробуем разобраться. Так, с первого раза скажи, не получается. Мне нужна помощь. Смотри, Алис. Вот. Вот, Алис, вот так вот. Прижимай. О, молодец какая. Точно, точно, да, еще чуть-чуть и все получится. Оп, вот. Все, барон улегся. Да? Так, ребята, вы там разбираетесь, а я тут полежу, посмотрю на вас. Маша собрала для Алисы первую фигурку. Вот. Что это такое? Это птичка какая-то. Птичка такая. Птица, правильно. Так, сейчас попробуем разобраться, да? С чего же она состоит, эта птица? Так, а что внутри головы? Так. Перед тем, как собирать, научимся разбирать, да, Алиса? О, у нас есть гигантский лего-техник, который собранный. Надо Алисе дать, пусть его разбирает. Да, но мы пока не будем давать, потому что там сильно много мелких деталей. Так, по-моему, мы не успели новые фигурки собрать, потому что Алиса уже разобрала. Вот теперь я буду делать вот такого вот пеликанчика. Так, ну хорошо. Так, собрали цветочек. Я собрала Маша. Пеликана. Пеликана. Так, ну цветочек уже разобран. В общем, у нас соревнования. Кто быстрее? Папа с мамой Машей соберут новые фигурки или Алиса их разберет? Кажется, Алиса побеждает. Алисе счастье, да, все это разбирать. Тянь. Ай, да удовольствие, скажи, сколько у меня тогда. Все это поразбирать. А, класс. Летит, летит вертолет. Вот такой у нас замечательный конструктор на полтора годика. Маша подарила Алисе. Если вам нравится такое видео, поставь лайк и подпишись на канал Супер Маша. Всем. Всем пока-пока. Сколько Алисе годиков? Один. Да.